Приветствую вас, друзья. Вот лесная дорога с Глубочинского пруда в Полевской. Здесь вот такой вот дремучий лес. Ну, тайга, практически тайга. Солнечные лучи освещают верхушки деревьев. Здесь березы, сосны, осины. Солнце стоит все выше и выше с каждым днем. Длительность дня увеличилась уже минут на 15, наверное. Скоро весна. Скоро весна. Вчера было совсем тепло, где-то 1-2 градуса всего лишь. Но сегодня попрохладнее. Шишек много, а зайцев мало. Пока не видим ни одного. Вот такой сюжетик. Буйство красок. Сосны, березы в лучах, в солнечных лучах. На фоне голубого неба. А вон лиственница стоит голенькая, за рядом с березкой. После снегопада еще ветра не было на ветках, на сосновых лежит снег. Красотища. Здесь плотная очень растительность. Натуральная тайга. Южный Полевской. Южный Верхний пруд. Там вон впереди плотина. Это плотина. А это машина. А вот это желтое здание очень красивое. Это не музей. Сейчас мы его посмотрим. Красивое здание, не правда ли? Очень похоже на театр, на драматический или на оперный, или на какой-то очень серьезный музей. А на самом деле это колбасная фабрика Черкашина. Город Полевской, колбасная фабрика Черкашина. Ну, вообще известная, да. А тут вот один из новых цехов. Минус 14 градусов. Местное время 15:51. Колбасная фабрика Черкашина. Красотища. Вот так вот должны выглядеть все наши предприятия. Коммерческие предприятия. Вот к чему надо стремиться. Сегодня у нас вот такие метаморфозы. Деревца покрылись инеем.